всегда под контролем. Система электронной сертификации «Меркурий» действует уже год, и все участники оборота сельхозпродукции животного происхождения должны быть зарегистрированы в ней. Специальная мониторинговая группа ежедневно контролирует перемещение продукции, начиная от сырья и заканчивая точками реализации уже готовых товаров. В текущем году выявлен ряд нарушений со стороны 25 хозяйствующих субъектов. Они проигнорировали процедуру гашения ветеринарных сопроводительных документов, поступающих вместе с партией продукции на предприятие для дальнейшей реализации. Также было проведено 16 проверок, по итогам которых нарушители должны выплатить штрафов на сумму 182 тысячи рублей. По итогам мониторинга также выявляются нарушения со стороны уполномоченных лиц при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, которые допускают, грубые нарушения при оформлении, за что троих уполномоченных лиц управление приняло решение об приостановлении их деятельности сроком от 30 дней до 3 месяцев, что предусмотрено действующим законодательством. То есть они не имеют права оформлять документы с момента их блокировки в системе.